начали проспект Кирова и должны завершить, соединив его с Раху, а затем замкнем кольцо, как только закончим работы на набережной, тогда уже будет у нас работа сделана. 8-километровое кольцо выполнено. У вас будет возможность на 8 километров вышли на тарелку. Да, все скандинавские. Да, и пошли. Да, да. Все ветераны. Лавочки. Всех районов. Да. Зашли, кофе попили, чай. Да. Побеседовали, вот, посоветовали. Конечно. Вот об этом. Совет ветеранов, чтобы посоветоваться. Да. Мы часто встречаемся с нашими руководителями города. Захотели, зашли во дворик, посидели там. Тоже дворик уютный должен быть. Вот как вот мы один видели с вами. Да, вот так. Так же, чтобы были дворики. Там хотя бы сделали.